они живые. Эмоции у девочек бьют через край. Еще бы. Через несколько секунд они увидят своих кумиров. К встрече с ними в центре Балкыш подготовились заранее. Несколько минут ожидания, и гости заходят внутрь. Дети встречают их патриотично. В Нижнекамск приехали Влад Конопко, Иван Дубровский и Иван Мулин. В сериале известны как Андрей Кисляк, Вадим Назаров и Антон Антипов. Вместе с ребятами в акции приняли участие и капитаны сборных Востока и Запада. Первым делом дети пообщались с гостями. Вопросов было много, отвечали на них с юмором. К примеру, актеры охотно поделились своими секретами, а также наблюдениями, в том числе и о Нижнекамске. Мы вышли, и я говорю: слушай, мы же здесь были уже, такое ощущение. А в Оренбурге похожий выход из аэропорта прямо. Похожий, там прям вплоть до дороги, и вот этот вот ледяной постамент, по которому ты идешь так холодновато. И как-то мне напомнил Оренбург, но очень сложно. Если честно, информация не стопроцентная, могу ошибаться. Самый яркий показатель – эмоции, ребят. Счастью, действительно не было предела. Дети буквально налетели на актеров молодежки, ну а дальше всем известная история. Множество фотографий и автографов. Можешь кто-нибудь помочь немножко, вот, подержать вот сюда? Ребята, меня странные ощущения. Очень странные, очень хорошие. Я очень болею вот за всех этих детей, чтобы у них просто все было как-то сложилось. И хочется им как-то помочь, но и вот пытаешься как-то в них что-то вложить, отдать. Но это же все песчинка. Встреча длилась около часа. В конце мероприятия гости передали от лица молодежной хоккейной лиги подарок – сертификат на приобретение спортивной экипировки, а также клубную атрибутику команд-участниц Кубка вызова. Вадим Струминский, Евгений Лызаев. Новости НТР.